Татьяна Семенова уже более 10 лет принимает участие в избирательных кампаниях на территории Одинцовского округа. Начинала с должности наблюдателя, помогала ответственным лицам следить за порядком на участках и сама не заметила, как стала заместителем председателя участковой избирательной комиссии. А работа очень ответственная, на доверии, на понимании, потому что знать людей своего участка – это очень положительно, когда ты видишь, что к тебе приходят на протяжении многих лет одни и те же люди. Сложная и ответственная работа требует повышенного внимания. Нередко на участке возникают конфликтные ситуации, для разрешения которых важно обладать эмпатией и стрессоустойчивостью. Когда идет предвыборная кампания, люди понимают, что выборы скоро. Кто-то относится положительно, кто-то негативно, а кто-то приходит просто, чтобы пообщаться. И заодно оставить свой голос и свое желание принять участие в выборах. В честь 30-летия избирательной системы России председатель Совета депутатов Одинцовского округа Татьяна Одинцова вручила благодарственные письма руководителям участковых избирательных кампаний. От имени Совета депутатов, от имени главы округа Андрея Робертовича Иванова поблагодарить вас за ваш серьезный, непосильный труд. Действительно, он каждый раз приносит свои сюрпризы, но вы делаете ответственную политическую работу в нашем государстве. Слова благодарности и добрые напутствия руководители передадут своим сотрудникам, ведь хороший результат – это слаженная работа всего коллектива. Елена Краева, Олег Мещерский, телекомпания «Одинцова».